Здравствуйте! С началом зимы! Встретить этот день лучше утренней медитацией, встать пораньше, записать все свои идеи или принять важные решения, если это требуется. Потом наступит время, когда лучше всего заниматься повседневными делами, потому что Луна будет без курса. В это время не рекомендуется начинать что-то новое, ходить по врачам и вообще предпринимать какие-то серьезные шаги в любом деле, особенно в юридическом. Совет на вечер. Не злоупотребляйте лекарственными препаратами и алкоголем. Если получится, лучше лечь пораньше спать. Если не получится, то вечер подходит для свиданий, для просмотра кино или музыки. Слушайте, смотрите, любите и наполняйтесь энергией. До встречи завтра!